Пожалуй, самое судьбоносное за последние 12 лет решение принимается сейчас за моей спиной в здании правительства Алтайского края. И, как говорят участники заседания, которое проходит в эти минуты, для многих из них заявление об отставке Александра Карлина стало полной неожиданностью. Мое решение принято совершенно добровольно и, естественно же, осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением. С просьбой об отставке Александр Карлин лично обратился на имя Владимира Путина. Как сообщил губернатор, решение президента о назначении исполняющего обязанности главы Алтайского края должно быть принято 30 мая. Я хотел бы сегодня поблагодарить и состав регионального правительства, органы муниципальной власти Алтайского края, краевое законодательное собрание, всех жителей нашего региона, представителей бизнеса, гражданского общества. Александр Карлин пришел на пост губернатора в 2005 году после гибели в автокатастрофе Михаила Евдокимова и остался в регионе на 3 срока. Многие участники сегодняшнего заседания правительства работали с ним на протяжении всех этих лет. Не, ребята, мы еще под впечатлением всего этого. Для нас это была полная неожиданность, поверьте. Оснований мы не видели и не предвидели. Когда, что говорить, край сегодня развивается по всем направлениям. Как принимает отставку человека, с которым проработали более 10 лет? Есть элементарное чувство грусти. Хотя я уверен, что та команда, которая сегодня сложена, она будет работать и в дальнейшем. Жалко, конечно, если честно говорить. Это столько сделано, столько вложено в Алтайский край. Конечно, жалко. Ну, единственное, что хочется пожелать Александру Богдановичу здоровья. О дальнейших планах губернатор пока не сообщал. Официальной причиной отставки названа по собственному желанию, но в кулуарах давно предрекали уход Александра Карлина, в том числе из-за высокого уровня протестного голосования на выборах президента. Напомним, за последнюю неделю по стране прокатилась очередная волна отставок губернаторов. 28 мая по собственному желанию ушел глава Республики Саха Егор Борисов. Заявление о досрочном прекращении полномочий написал также губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Выборы губернатора Алтайского края должны были состояться осенью 2019 года. Однако в связи с уходом Карлина с поста их проведут досрочно. Евгения Доровская, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости.